У нас только что родился козленочек. Эти вот двое ребят. А этот маленький родился. Только что родился. А вы же большие, да? Ох ты, моя девочка. Моя девочка. Сейчас я тебя отпущу. Сейчас. Маленький. Ты маленький родился только что. Да, и уже стоит такой кудрявый. И вы хорошенький. Идите, познакомьтесь. Вы уже постарше, вам уже неделя. А это так и родился. Лялечка, моя девочка. Да. И ты красавица. Это твои детки, да, Еюшка? Твои, моя девочка, красавица. Ты моя красавица. Ты моя умница. У тебя красивые дети, да, очень красивые. А хвостиком машет, радуется, да, что похвалили деток. Конечно, красивые. Вот они, какие две девочки красавицы. А ты что, ты мальчик или девочка? Еще не знаем, посмотрим, кто ты. Мокренький еще, да. Вот он, мамочка родила и кушает, да, голодная. А Майка бегает, не хочет к маме идти. А ты маленькая такая, маленькая. Кушать будем, маленькая. Мама пооблизывает. Да. Слышите, мама зовет. Бегом к маме. Бегом вдвоем к маме. Открывай. Вот так все прибежат. Да. Замечательно. Ох, дождик собирается. Ну, что сказать. Закрой тогда, чтобы гуси туда не зашли. О, время перед дождем. О, как тучи такие. Тучи ходят. И козочка моя с козленочком. Пойдем еще посмотрим на них. Полюбуемся маленьким. Ну, так получилось. Привязанное надо домой отправить, но пусть у нее последок выводит. Потом уже облизывает своего маленького. Облизывает. Тепло. Ему не холодно. Он в шубе родился. Ой, ты сиськой, кушать, кушать, кушать. Никак сиську не найдет. Тычется маленький. Найдет. Да, моя красавица, Лялечка, красивая моя девочка, да. Хороший ребеночек. Сегодня какое число? Ой, боже, Диана закончила школу. Значит, какое-то число. Вот уж и гуси такие. Подросли гусята. Вот они какие уже, да, красавцы вот такие. Поговори, расскажи, как тебе живется. Тебе хорошо живется? Гусиная жизнь хороша? Травы много? Правда? Не обижают тебя? Никто не обижает? Отлично. Ну, молодец. Ну, ладно. Отдыхай, дорогой. Отдыхай. Это уже утята подросли. А это наш султан. У него 8 уток. Но обычно селезню надо 3-4 утки. У него 8, но ему мало, он еще в соседский бегает. Да, султан? Красавец наш султан, красавец. Это первые птенчики, которые вылупились в инкубаторе. Вот уже какие курочки. Что там наши укладываются на ночь? Цыплята, утята и утки. Там и сидят. Одна, вторая пошла, наверное, куда-то. А вон наши курочки. Вот они укладываются на ночь. Пока. Брудер. Вон там они. Их просто накрыло, потому что дождь. Вон там они цыплята. И там лампочка, чтобы было тепло. И там они спят. Вот такой. Тубика забрали дружбанов. Козлят. Он с ними бегает, играет. А сейчас их закрыли. Он сидит там. Да. Сидит, ждет, когда их отпустят на волю. Скучно ему. Вон наши козлята где.
кормушки улеглись. Да, Ля, Майка? Лежит в кормушке. Енишка. А вон там маленький, который родился с мамой, да. С мамой пока обсыхает на сене. А эти лежат. Уже подросли, вот они. Кушают. Мама кушает, а они сидят в кормушке и на маму смотрят. Красавчики.